в итоге все-таки остается в живых дизраптор. Ну-ка, дальше, ку-ку. Будет ли использован стати шторм Кинетик Филд? Стати шторм Кинетик Филд по Аме. Аме пока что не может ничего сделать, в него уже должен грызаться потихонечку Рейвен, но с Рейвена сбивает Guardian Angel. Во всяком случае, пытается это сделать, он находится под блокинг-баром, поэтому ничего не выходит. Эми все еще живет. Неплохой подстан есть также от Эфвая. Но в итоге Эми засейвить, скорее всего, не получится. Maybe. Нужно жить. Нужно жить. Нужно спастись отсюда. Как же по таймингу на него накинули инснейр? Даблкил имеется для Ривена. И в итоге Maybe байбекается. И снова такими темпами тоже может гореть, но их снова нет. И снова хилится. Лотус. Есть еще рефрешер. Все еще у Queen of Pain. Армел. Идет дальше. Забирает Тинкера. Тинкер может умереть после байбека. Тинкер отправляется в таверну. Это шанс для команды TNC закончить эту игру в свою пользу. Эми тоже после байбека пока что живет. Но Queen of Pain. Queen of Pain не прощает. Queen of Pain может идти дальше. У нее до сих пор имеется рефрешер шарт, если я не ошибаюсь. Или она уже использовала его два раза. Да, использовала, чтобы убить Тинкера. Но это того стоило. Байбек от Леона. Хекс Ликана.